Так, у папы 65 лет, рак прямой кишки Т3Н1М0. В октябре 20-го проведена операция по удалению опухоли, выведена временная илеостома. После прошел 5 курсов химии, 16 лучей. В мае 21-го по результатам КТ все в порядке. По результатам колоноскопии послучевой проктит. На фоне лечения положительная динамика. В августе по очередным анализам СОИ-24, остальные показатели в норме, УЗИ в норме. Онкомаркеры РЭА-6.1, СИА-19.9.0. О чем говорят эти цифры? Говорят цифры о том, что у вашего папы, скорее всего, ремиссия, потому что если по результатам колоноскопии, ну вот я не вижу, проходил ли он компьютерную томографию МРТ, если по результатам компьютерной томографии МРТ ничего нет, но нет признаков развития опухоли, то мы это называем ремиссия. Если нет опухоли в других органах, но это состояние после операции, нужно наблюдаться. Онкомаркеры не всегда достоверно указывают вообще, есть или нет опухоль в организме. Здесь надо в первую очередь ориентироваться на данные вот таких методов диагностики, таких как КТ, МРТ. Ну и, собственно, только эти обследования могут нам сказать, есть ли рецидив или метастазы.